И всем привет, дорогие друзья, с вами Лис на канале Fox and Games, и мы продолжаем Subnautica. Я немного уменьшил настройки графики, так что с FPS сейчас, по идее, должно быть полегче. Так, радио активировать. Говорит Аврора, сигнал бедствия получен. Спасательная команда отправлена по вашим координатам через 9-9-9-9 часов. Ясно, понятно. Через никогда. Производит сканирование частоты в поисках экстренных передач от других капсул. Так. Что сейчас мне надо сделать? Мне. Инструменты. А что у нас в доступе? Так, ремонтник я сделал. Мне надо бы строителя сделать, потому что место тут очень мало. Сделаю себе временную базу прямо здесь где-нибудь. Там дальше буду думать. Так, микросхема, комплект проводов. Так, это мне надо медь. Серебро у меня есть. Что-то там еще, по-моему, надо. Ладно, сейчас посмотрим. Так, образец пластичного коралла и медный провод. Хорошо, без проблем. Так, пока делается комплект проводов, мы сейчас по-быстренько возьмем пластичный коралл. Я знаю, он где-то тут рос. Рядышком прям. Где он? Коралл? Ты где? Чё это? А, ясно. Блин. Вот повезло же. Зайти в игру и уже на ночь попасть. Ладно, попробуем. Чё? А, ясно. Вот он. Стой! Стой, падла. Так, их там надо несколько. Так что сейчас еще один срубим. Аккуратненько. Все, отлично. Коралл есть. Сейчас надо будет поесть, попить. Так, всплывай. Так, вода, еда. Так, воды у меня есть еще немного. Это надо будет наловить рыбки. А еще у меня пол лица за микрофоном не видно. Бывает. Так, готово. Ага, черт, у меня доступно. Так, два стекла и стеклянная руда, кстати. Ой, стеклянная руда. Серебряная руда. Кстати, которой у меня уже нету. Если так посмотреть. Ладно, потом когда-нибудь еще добудем. Вот он, строитель. Давай его сюда. Так, мне нужен фундамент. Два свинца, два титана, плюс комната. Комната. У меня еще и комната не исследована. Печально. И как быть? Как быть, как быть? В принципе, можно в прямом отсеке построиться. Пока что. Тогда даже заморачиваться не буду, тогда кварц идти там только. Кварц у меня есть необработанный? Нету. Я лох. Ладно, пока ночь, особо в пещеры лезть не буду. Сейчас половим рыбки чуть-чуть. Рыбка, 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 ты где? Нас по большей части волнует пузырь. Раз пузырь. Два пузырь. Три пузырь. А ну стой. Сто дикий. Все, четыре пузыря, отлично. Так-с.
Сделаем себе сразу из всего пузыря воду. Да, блин. И вот так. Блин, я время не поставил. Я лох. Это уже который раз, когда я забываю про время. Ладно, хрен с ним. Примерно прошло минут 5, не больше. Так, ну все. Угу. Чё тут у нас? Так, предварительно записан сигнал бедствия. Спасательный капсула 6, здесь на борту пассажир, координаты прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом речи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Шестая капсула, конец связи. Координаты сигнала повреждены, приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. Ладно, чуть позже разберемся. Так. У нас тут есть пещеры, это я знаю, это я помню. Да, на низких настройках графики в каком-то смысле хуже играть. Ага, вот сюда вот. А, вот и кварц. Бульк. Вот еще кварц, и там еще песчаник. Да блин. И, кстати, серебряная руда, которая мне была нужна. Так, титан. А серебряная руда. А, да, все. Все норм. Вспомнил для чего. Там, по-моему, всего один кусок нужен был, не? Ладно, сейчас посмотрим. Ну да, и два стекла. Угу, снять и... Готово. Кислородный баллон больше емкости сделан. Теперь у нас целых 135 секунд под водой. Так, хорошо. Очень даже хорошо. Так, кварц есть. Берем с собой титан, свинец. Хотя нет, без свинца. Платформы я делать не буду на данном промежутке. Вот пусть тут стоит. Вот так, вот так. Парам-пам-пам. Так, два титана и медная руда. Так, титан у меня кончился, но зато могу чуть сложиться теперь, хотя бы место разгреб, что тоже очень даже хорошо. Да, надо бы начинать заниматься исследованием глубин. Потому что у меня нет ни хрена, ни глайдера, ничего. Так. Парам-пам-пам. Да, сюда. Пум-пум. Нет, ни хрена. Так, сейчас половим кислород чуть-чуть. Угу. Так, давай еще словим. Все отлично, поплыли дальше по пещере. Или это не та пещерка? Да, походу это не та пещерка, о которой я подумал. Ладно, найдем ту.
наверное. О, господи. Честно говоря, эта подгрузка выглядит немного даже убого. Надо будет поковыряться в настройках, возможно, смогу сделать что-то среднее с нормальной подгрузкой, чтобы это не выглядело убого и меньшим количеством лагов. А вот и титан мой. Так. Тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Кварц. О, точно, здесь же есть кварцевая пещера. А я и забыл об этом. Ну и минус этой подгрузки в том, что я не вижу сразу все. Чё, я отсканировал? Ладно уже. Ну, лоуд, бывает. Чего такое, Базиль? Вот, возможно, все из-за воды. То есть есть такое подозрение. Ага. Я так думаю, кошак. Так, активируем радио. Мне нужен кварц. Титан, вот. Кварц. Спасательная капсула 3. Ладно, хрен с тобой. Угу. Ну, чего? Я ж кварц подбирал. Или я только один подобрал? Вот я дебил. Ну и где? Так, а знание того, что у меня тут вулкан, полезно. Очень даже полезно. Так, вот еще кварц для стройки. Ой, сейчас как дунет. Сейчас как дунет. Дунул. Угу. 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 Та-т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 а. Жопа не гори. Сколько тут всяких вкусняшек. Да господи. Да-да-да, я знаю, тебе горячо. Кварца перехватим. Тут один кварц. Песчаник. А, известняк. Ладно. Одно другому не мешает. Да блин. Ладно, всплывем на минутку. Ура! Аврора скоро взорвется. Эпичный бабах. Так, я хочу успеть спуститься на этот ярус уже. Блин, как же непривычно нажимать все-таки правой кнопкой мыши атаку. Да чё, слушай, тебе горячо, ты ж не в центре сидишь, а? Успокойся. Блядь. Угомонись, сука. Да блять.
Ну чё, мне теперь вкусняшки не собирать? Из того, что ты... Блин. Так. Титан у меня уже есть. Можно выбросить. Металлолом. А эти пещеры мне что-то напоминают. Кажется, я уже тут плавал разочек. Ну, свои прошлые попытки прохождения, блять, камикадзе. Ладно, поплыли уже наверх. Сейчас оно прогорит, большая часть. Все. Так, хорошо. Ну или плохо. Не знаю пока. Давай, строй. Так. О, наконец-то. Так, погоди, пока перекладывать. На стены сюда влезет? Да. Оно сюда влезло. Хорошо. Образец коралла, титан, это все реально сюда воткнуть. Так, давайте возьмем образец коралла. Взяли. Все, мини-база на первых порах готова. Сделаю я еще один тут солнечный панель. Пусть будет. Так, у меня не хватило титана и медной руды. Класс. Не, ладно, медная руда-то у меня есть. А вот титан опять кончился. Ой. Неожиданно. Ладно. Так. Место. Все выгребли. Так. Вытяну я эти палочки, они мне все равно не нужны. Я ими все равно не пользуюсь. Вот, а понадобился второй шкафчик. Чё? Блять, я идиот. А так-то у меня все влезло. Отлично, чё? Так, ладненько, ясненько, понятненько. Так, это все то же самое, да? И опять 25. Мне опять придется вспоминать, где была та самая пещера, где этот самый гейзер, он где-то тут, я это знаю. Поплыли. Так, господи, как меня бесит эта подгрузка, а? Графика. Странно. Не, правда странно.
Все-таки надо будет посидеть и вдумчиво с настройками поиграться. А вдруг что получится? Да господи, где эта дырка огненная? Котелок, гори! Котелок, ты где? Так, недельный коэффициент физических упражнений. По-моему, вот он, гейзер этот. Подводный вулкан. Чтоб его. Нет, это не он. Ну ладно, давайте все равно сюда спустимся. А, нет. Мне куда спускаться. Да, долбанная эта рыба, отвалит. Блять. Еще и прямо около меня рвануло. Вот тварь. И чё-то я потерял тут вулкан. Ладно, соберем чуть-чуть металлолома. Отдай. Помню, что вот где-то тут оно должно быть. Может быть, оно там дальше? Куда-то туда. И это я дурак просто. Не туда поплыл. Хрен его знает, честно говоря. Сколько уже прошло? Целых 16 минут, нифига себе. Но, думаю, взрыв запечатлить надо будет. Так, попьем водички чуть-чуть. Давай, пей. На, титана вручную у меня нету, придется сейчас еще и разобрать его. Остальное сейчас уже разобралось, ладно. Так, кусок медной руды я, конечно же, выложил, как же без этого. Все, отлично. Так, что мне надо построить дальше? Ребизер. Ласта у меня есть. Даже не знаю. Воздушный пузырь тоже не надо. Ингредиенты неизвестные. От слова вообще. Хреново. Ну что ж, продолжаем. Пам-пам-пам. Придется нам отправиться на исследование. Во всяком случае, ближайших окрестностей точно. Так, давайте пока тут постоим. Вот так вот, да? Загруженные данные. Это коды, ключи, вот. Источник сигнала спасательной капсулы номер 6. Затонула глубина около 100 метров. Густая красная трава. К западу или северо-западу от последнего известного местонахождения спасательной капсулы номер 4. Это моя, что ли? Номер 4. Не, моя номер 5. Капсула номер 3 мы не знаем, так что давайте сплаваем хотя бы туда. Почему нет-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не вовремя решил отплыть, да? Давай, 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 шустрей, шустрей, шустрей. О, да. И сейчас будет... Бадабум. Эпичность. Какая красота, а? Все. Радиация втянула.
Ладно, поплыли в эту сторону. Поищем возможные находки, не находки. В общем, исследуем ближайшую к нам капсулу. Посмотрим, может быть, что-то на дне встретится. Вот он, этот долбанный вулкан. И почему я поплыл в другую сторону? Идиот! Что еще с меня взять? Так. Осколочки какие-то. Это урна. Ну да, почему бы мне не отсканировать мусорку? Она мне, естественно, зачем-нибудь да понадобится. Что это? Морской глайдер. Отлично. Вот это уже ближе к делу. Че, нет ничего? Ладно. Так, мусорку я отсканил. А, это пластичный коралл. Хрен с тобой. Вот еще коробка какая-то. Отлично, морской глайдер я отсканировал. И светает. Это хорошо. Соль. Водоросль с помощью ножа нам пока не надо, но водоросль мы отсканируем. Хотя, кстати, можно собрать будет, я так думаю. Сделаю себе сразу костюм от радиации и маску, которая позволяет это погружаться на большую глубину. Вот она, третья капсула. Так, КПК, компас. Все. Но, честно говоря, я ожидал большего. Так, это от глайдера. Вот, блин. Это я вовремя. Хорошо, что она не так сильно затонула. Ой. Так. Ладно, соберу я тебе, долбанная водоросль. Давай. Раз, два, три, четыре. Сколько? А, ты так занимаешь. 5, 6, 7, 8. Хватит. Куда я, конечно, влахну буду применить, я хрена узнаю. Не, в принципе, я уже назвал цели, но столько зачем мне? Не знаю. Запас карман не тянет, но когда места мало, не очень хорошо. Ну да ладно, исследуем большую комнату, будет больше места. Будет больше места, смогу настроить больше всякой хрени. Так, я вот тут вот смотрел, что у нас. Что, радиомаяк. Полезно. Глайдер есть. Это еще титан, это нам пока не надо. Вот еще титан. А в округе, оказывается, немало титана валяется. Чё-то яйцо. Ну, во всяком случае, я уже знаю, что я поставлю на превьюшку. Кстати, а дверь эту отсканить нельзя, не? А то вдруг. Ладно, полезли внутрь. Так. Давай сразу обработаем водоросли. А, ну... Не так уж и много получится. Одно волокно к двум водорослям. Точнее, две водоросли к одному волокну. Это не критично. Так, два свинца. А для маски там что надо? А, комплект проводов. Сейчас посмотрим. Серебра у меня есть. Отлично. Костюм от радиации у меня есть. Делаем комплект проводов. И делаем ребризер. О! Наконец-то я правильно его назвал. Так, компас, медный провод и еще комплект проводов. Медный провод у нас из двух меди. Да. Так, уберем пока маску сюда. Так, уберем титан. Еще серебра на комплект проводов. Господи.
Ну и, в принципе, вот мой персональный компас. Он уже сразу установился, даже это хорошо. Так, а я воду скинул, да? Или я воду выпил? Воду я, походу, выпил. Ладно, переживем. Поймать недолго. Как и хавчик, кстати. А вот вода. Давай, иди. Я на тебя раз 100 кликнул уже. Так, бумеранг. Да блин. Пискун. Да иди ты сюда, одноглазая хрень. Хотя не такой уж ты и одноглазый. Так, водичка. Ну, водички у нас достаточно. Сейчас поймаем вот этих вот двоих. Все. Все, поймали. Делаем покушать. Так. Значится, пару пескунов сейчас сразу приготовлю, съем, остальных пока уберу, я так думаю. Потому что иначе они испортятся. Ой, дурак. Ладно, переживем. Ну, во всяком случае, у меня теперь есть достаточно места для склада. Я идиот. Сижу тут себе, раздумываю, блин. И рыбу жарю. Ладно, хорошо, хоть свежая рыба дает. Плюс к еде. Да блин. Все, убрать остальное сюда. Ой, свежая рыба еще и плюс к воде дает, хоть и небольшой, но дает. Свежеприготовленная, если быть точнее. Ну что ж, думаю, опять же закончим смотря на Аврору, ныне уже разрушенную. Подведем итог. У нас есть мини-база со складом, у нас есть пару рецептов. По большей части нас волновал морской глайдер. У нас появился компас, так что все отлично, мы даже увидели эпичный взрыв Авроры. Думаю, в следующих сериях я постараюсь добыть новые рецепты, потому что нам надо достать рецепт строителя транспорта, ну, переносной сборщик транспорта. Вот. Нам нужен рецепт многоцелевой комнаты. Сам рецепт мотылька нам бы тоже не помешал. Так что сделать нужно много, да и базу надо будет построить тоже нормальную. Потому что это лишь временный вариант. Меня не устраивает база в этой местности. Вот. Но, в принципе, вторая серия вышла вполне себе удачной, даже со стабильным FPS, что меня очень даже радует. FPS, блин. Ляпнул. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!